5 часов вечера я еду в качалку, в поселковую качалку, называется ФОК. Надо встать с кровати, завести машину, доехать до туда, залезть, там все переодеться, вот, свою программку сделать. Ну а цель вообще общая. Надо взять КМС, ну или мастера спорта, ну или, точнее, мастера спорта или кандидата мастера спорта по пауэрлифтингу. Вот, для этого надо сначала попробовать, вес поднять, получается там 65 килограмм на бицепс. Я хочу на строгий подъем на бицепс. Вот. И мастера взять. И КМС на жим лежа. 140 надо выжать. Я где-то 130 делаю. Вот. Ну, вот еду заниматься. Да. Такие вот дела. Блин, конечно, виды у нас офигенные все здесь. Просто красота. Да, дорожка скользкая. Ну, ладно, сейчас подъеду, переоденусь. Может, если там людей не будет, получится поснимать. Начнем прогулочку. Грифе кривом 50-70 килограмм. Сейчас видно. Да, блин, так неудобно снимать на телефон. Вот, сейчас я буду на раз пробовать. Один раз просто без стенки попробую. А потом навешу еще на килограмма по 2,5. Если такие длины есть. Она есть. Это уже будет сколько? 62,5. Это уже, если по мне будет 99 килограмм, 5 килограмм бросить, то кандидат мастера спорта будет. Но опять-таки, если я потяну. Вот, сейчас буду пробовать. Очень получается.
Все, набиться сейчас я закончил. Тренировочку на сегодня. Может, что делать? Все, покажу ему. Он немного напарился. Вот, короче, баночка моя. Ну, под жирком, но вроде как видно, что банка есть. Вот, дальше жим лежа. 60 килограмм. Снять получилось, но при монтаже видео я посмотрел то, что слишком много времени это все занимает. Поэтому просто вставлю комментарий в конце. 130 килограмм нажим меня прижало, 62 килограмма я не поднял. Вот, строгим подъем на бицепс. Ну, как бы результаты пока еще меня не удовлетворяют. Но мне кажется, это все из-за того, что у меня слишком большие антропометрические данные. У меня рост 1,90 м. Вот, поэтому, чтобы заниматься тяжелой атлетикой, это довольно-таки все сложно. Потому что, ну, плечо очень большое получается. И из-за этого довольно-таки веса медленно идут. Ну а так что, надо потихоньку, я думаю, заниматься. Все равно веса потихоньку идут. Вот, соблюдать режим и кушать мясо. И все будет нормально.